Так, АФК исключаются из рейда. Рейд будет в любом случае с пугами или без ЕП. Если в случае 20 человек с гильдии не будет. Смотрите сами. Кикаю, чек на кик. Понятно, да? Пятая пати хилы. Вары, у кого есть эрша, можете зайти. Ой, ты ничего не курил? Да, курил, а что? А чё курил, подскажи. Йо-йо-йо, стой, когда ты говоришь, очень жесткие помехи стали. Я пугов добираю. Никем. БДК, БДК. Деказар в РК? Да, зашел. А тебе на какой спек нужны шмотки? На ДД. Тогда мне на танка ролить. Я QE. И, кстати, могу танкануть, если позволите, там, попробовать. Если хил хороший, должен вывести. Хотя бы каких-нибудь боссов или трэш. Акримонию протопал есть? Сколько возьми нормально, или сейчас будет бить? Не будет улетать никто, да? Оффворд, ВРК, брат. Оффворд, братан. Чек на РК. Оффворд, оффворд, отошел, блин. Сумоньте пока, остальные все приняли, кроме Оффорда. Сумоньте, вторая пати ни в чем. Имбрейшерс, Дуду Типку первую пати, Дикозавра. А, пуги есть? Нет пока. Оффорд, ты здесь? Оффорд, ты в РК, брат? Оффорд. Сейчас придется в ПМ. Он тут. Я знаю, что он тут, но мне нужно, чтобы он слышал. Так, квесты на ШМ сейчас будете ролить. Больше трех человек на квесты на ШМ. Так, наверное, надо искать Иршама и Протопана. Вары, у кого есть Иршам? Блядь. Чё вообще происходит? Что-то Морд пишет в ПМ. Ты тут? Нет, зачем ты меня кинул? Пишу, правда, там. Давайте что-то будем менять. Вор, ты в РК? Сейчас разберемся. Вор, у тебя есть Иршам? У кого в рейде есть Иршам? У меня есть Иршам. А как твой ник? Animal Jazz. А ты на ком сейчас? Не на ком. Я просто в РК зашел. Так, молодец. Спрашивал я, у кого в рейде есть Иршам, а не у тебя. Надо кого-то исключить, наверное. Давайте начнем с Роги. Заходи на Иршам и Animal Jazz. Если я мешаю, я могу потом завтра пойти. Завтра не будет целка. Ну ничего страшного, не пойду. Понедельник, если что, будет.
также. Ну, ну забирай народ, если тебе кто-то нужен. Я, мне не принципиальная целка. Где же Навара, что-то надо? Ну и чё, потом схожу. Мне Макгрегору потом... ничего не надо. Если что, я могу типа... Минимал джаз, ты присунёшь? А, жесть, вон там Дуду Типка или Милки Вэй как раз хочет. Возьми, собери нормально. Да, да, да. Замени меня как раз. Да подожди ты, пока сиди. У тебя протопал есть, кстати? Чего ты... Не, протопал я, по-моему, точно не пойду в этом рейде. Гонишь, что ли? Опять сколько мы? 3 часа тут просидим. А ты что, плохой протопал, что ли? Нет, неплохой, просто я уже чувствую, какой-то трейд будет войти. Сейчас, нахуй, нормально будет, не очкуй, блядь. Тебя ничего не пробивается. Это, в рейде у кого есть протопал, быстренько. Или будем менять все нахуй. Возьму друга протопал. У меня есть протопал. Не-не-не, жрис ПД, ты молчи. Вон Эника протопал. Вон Эника есть. Возьми ее. Да, есть Эника... у нее протопал? У нее и холи пал есть, и протопал. Эника не в рейде, видишь что. Сейчас кого-то придется кикать, блядь. ДК какого-то, но... Зачем ДК? Вот Вара кикай. Их дохуя. ДК оставь там, вон видишь. Сейчас ДК в рейде 5, либо Вара кто-то 5. Протопалом заходит, либо я кого-то кикаю из ДК или Вара. И беру Энику, которая сделает спек прямо сейчас. Раз, два. Ты гернаута кикай. Он петух. Ну, ладно, там какой-нибудь возьму, раз ты не хочешь. Но я тебе говорю, это трейд не дольше 2 часов будет. Может, ты Энику возьмешь? Нет? Энику. А что, ты танчить не хочешь? В смысле не хочет, она сделает. Тихо, я ему говорю, кто там сказал что-то. Я просто вас по никам не знаю, я слышу голоса и все. Ну, вы не имеете в виду, что я слышу голоса, что я с ума сошел, типа, я просто слышу вас в РП. Эника, ты в РК, зайка? Или ты мужик? Ну написал дело, а не написал. Заяц. Заяц первка. Так, пятая пати, хилы. Второй раз говорю. У меня нет успеха хила. У пижона. Есть у тебя арджу, я видел. Нету, я в коте. Ну в смысле кот второй спек. Оффвард, у тебя есть хил? Братан. Нет. Кун. Курит. У тебя есть хил? Это первая пати, друид. Блять, да вы чё, курили? Ну будете втроём, если не справитесь. Если не справитесь, я вам помогу. Так, пижон, значит, сова. Так, Эника делает протопала. Уже более-менее, да? Эника, ты сделала протопал? Сумоним Оффорн. Танк уничтожатор. Макгрегор на трэш спекнись, на помощь, вдруг он упадет. Да, чекнем на ПК сейчас. Эника, делаешь, зая? Это мужик, ой. Не, да, точно? Не уничтожатор пишет. Да, да, это мужик. А она уже в рейде, он... Она, блядь. Гретта, да это баба, блядь, чего мне рассказывает? Нет, серьезно, ну что, нахуй нам врать? Да я видел заметку, блядь, Гретта, это же, ну, баба. Гретта. Тут есть дудутипка, слушай. Дудутипка, блядь, это что? Тоже женский достаточно. Ну там вообще Чендлер, через ПД Джелес, 3 бис хила. Не захилите кого-то, мне придется вас спасать. Смотрите, это большой позор, блядь. Я хилю меньше, чем ШП. Так, Макгрегор, уничтожатор, начинайте трэш. Братья, вы меня слышите в РК? Да. Давайте. Так, 40 минут, короче. Короче, засекаю сейчас. 17:50, короче, мы должны закончить. Не успеваем, короче. Давай, это 5 минут осталось уже. Тупо любое АФК это минус сотка ЕП. И так будет до минус 1250. Да, Дуду Типка, бегом. Ты в ШП, так что можешь отойти.
Так кто будет квесты делать? Так, сейчас мы у ребра это дело решим. У вас слишком много на квесты. Есть такой вариант, как бы, ну, Морден вроде как на Синдре квест не доделал. Я не знаю, что с ним делать. Ну, будете ролить на то, кто будет на Чумке квест делать. Придется из-за вас на Чумку идти. И я не знаю, как. Если у кого-то фуршмата нету, то есть у вас перспективы нет третий квест делать. Ты же сам говоришь, чем быстрее, тем лучше. А тут еще квесты. Квесты что, дольше прохождения становятся, что ли? Ты помнишь, как мы в прошлый раз делали в норме квесты? Забыл? А какой у тебя ник, скажи, пожалуйста. Пижон, сова. Пижон, ну ты чё? Ну там Морден просто не знал, что делать. Одна попытка дается на квест. Не выпил лужи, все, ты не делаешь никаких квестов. Никто не делает ничего. На квесты нужно приходить подготовленными. Так, улчат, надо отключить, что-то он не спамит и спамит. Враг падет, когда свет праведности коснется. Вот, под морду не лезть. Значит, приоритеты. Под морды стоишь, Макгрегор. А, ты танк. Я понял. Вы находитесь в самом сердце земель Блети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Но придется на уничтожатора хилить. Хилы там, как дела? Придется на Чумку идти из-за того, что кто-то квест хочет делать. Сразу говорю, если вы не готовы квест делать, если вам что-то надо подсказать, вы его не сделаете. Той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру. Ну, не обязательно все подряд. Он Морден ходит полгода уже, блядь. Он 3 кд на профи падал, 3 кд на лане падал, 3 кд падал на синде. Ну как-то так. Можно делать по одному квесту даже. Ну и так. Пленника ты сделала? Протопала, зайка. Я скачу на секунду. Красава, ты девочка оказывается. Люблю, когда девочки танчат. Ну давайте, что мы стоим? Надо вот, наверное... Надо, наверное, налево идти. А почему ты направо смотришь, Макгрегор? Ты там уже слуга вышел. Вон он справа стоит, не нужен. Вон, вот правильно. Ну, притяжка там. Он кастует в рейд, смотрите. Смотри, как рейд просаживается. Нормально, да? Еще кастует. Вот, отлично. Я всегда ждал такой игры от вас, ребята. Танки не очень, хилы тоже. Давай попробуем. Я налево пошел. Зачем? А, ну да, налево, все правильно. Так вот, слуга стоял и убивал рейд. Очень красиво получил. Мувик хороший, мне понравился. Вот, подвисли. Давайте. Надо бить слугу трона сначала точечно. Да. Убить его. Вот, у вас получилось. Те, кто призраки, не пьете вы, залетайте, потому что тут вообще два шага как бы до нас. Да, меня подхилил, спас танков, так что все нормально. Сейчас бафну. Объятия хотя бы бафну, чтобы вас хилить. Доксом, ты что, вместо вара идешь? С собой, правильно? Ну, блять, я за КД эти все квесты сделаю. Нахуя мне ловить, если я с пугами схожу? Ну, смотри, в понедельник в 16:00 будет вторая целка. Ну, давай вот, блядь, если я сделаю, ну, я тебе же говорю, я за КД эти квесты сделаю. Так, на изи. Хорошо. Да я знаю, что квесты... Понедельник, значит, буду в понедельник. Тот, кто не попал, смотрите, вторая в понедельник планируется, как бы. Там зависит уже от вашего онлайн. 20 человек, и мы пойдем. Танки, надо слуг трона от рейда отворачивать. Макгрегор. Есть тут уши. Отворачиваю. Ну почему-то я три качка в рейд видел, не знаю. Я этого не держал. Давайте, РДД паука, милики паука. Все бьют паука. Танк отвернул слугу. Все отлично, все по плану. Выбил зелена, с катушки нет. Джиггернаут покинул этот прекрасный рейд. Очень зря, кстати. Эника, а ты в инсте еще? Нет, или ты еще не в инсте? Нам, наверное, тебя сумму лучше.
А, ты уже летишь, да? Ну долетай до нас, мы просто отрываем. Да, кто-то там умирает. Боль, осторожно, не врывайся, смотри. Антус, бери моба. Надо притяжку воспользоваться. Вот, на звездочку, все правильно. Отлично, никогда не видел такой слаженной игры. Сейчас подождите, не пуньте ничего. Надо резнуть два тела, одно тело. Не пуньте. И поставь боль шкаф. Нет, вот этот перелобнешь, блядь. Поставь шкаф. Кто там? Вон там где-то ставится. Шкаф. Вот, слышишь? Да. Это, короче, мы паролили с, ну, с этим ДК, который там тоже хотел квест делать. Я выиграл, короче, я квест делал. Так, Макгрегор вместо тебя танчит, правильно я понял? Ну, на боссах, на тех, где квесты делаю, да. Все хорошо. Как с Морденом ты решил обойтись? Ты делаешь квест или Морден все-таки доделает квест на Сидре? Или там... Ну, я делаю квест. Или там... Ну, квест там по очереди берется, я делаю на профи, на лане, на Сидре, по очереди. Ну, дело в том, что у Мордена квест только на Сидре остался. Я не обладаю информацией, делается ли квест в два рыла. Делается он или нет, кто знает. Он может сделать на Сидре, почему быть. Нет. То есть в два можно делать, да? Ну конечно, пусть делает. Все, хорошо. Флешмод там обязательно, как прожиматься, как делать, все знаете. Все хорошо. Так, Эника здесь. Вперед танки. Все бьют, вот специально для звезду. Если там на Синдре будут два рыла делать квест, то их паузу. Красава. Флешка не изи. Изи, изи. Изи, я не чувствую своих ног. Армс, у тебя их нет. Или чё там, уникальность? Я, говорит, не чувствую свою уникальность. Вот, молодцы. Сейчас надо зайти за стеночку, за уголок, вот где сова стоит. Не выбегай туда, не надо. Зайдите за стеночку все. Надо бить пауков, ребят. Да, они куда-то пропали. Вот смотри, звездочка появилась, все бьют звездочку. После звездочки кружок, а потом уже что хотите. Так. Ой, ты объясняешь, как будто каким-то малолетним нужно. Ну а сколько тебе лет? Давай я как-то проясню. Мне 24. Мне 26. Мне 16. Ты что, старый, что ли? Моложе чувствуешь для себя. Ну знаешь, ты объясняешь тем, кто, блядь, не знаю, один день играет, да, ложечку за папу, ложечку за маму. Тебе что-то не нравится, я не понимаю, или чё? Ну просто угарно. Угарно, я согласен. Да. Так, два танка, хилим. А где третий танк? Ну-ка, 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 заберите скелета. Бьем одного. Вот, который уничтожатор держит. Звезду поставил, которого надо бить. Другого не бейте, ребята. Вас же убьет. Срыв огромный. Смотрите, вот, молодцы. Уничтожатора не роняем. Второго танка тоже не роняем. И тогда мы прекрасно убьем этих слухов. Да, не кастуйте ничего, все правильно. Ух. Трэш без вайпов, ребята, в рейде, который покинул сам Джаггернаут. Он, ну, просто проклял этот рейд. Сказал, мы обречены. Что-то там ближущегося конца света. Ущ. Смертные. Ваш путь. Вы ничего не подумайте. Так и не начавшись. Надо же как-то развлекаться. Не смеет ходить. 20 тысяч критуль, представляете, вот это вот как она называется? Удар, взрыв разумом, да? Представляете? На БК, когда играл, там вообще по косарю критовал, радовался. С квестами решено, на осколки кто быстренько них мне скажите.
10 минут трэш бьем, это очень долго, надо бить 5. Все за линию зашли. То ФК сейчас кикаю, прям сейчас. 37. Надо 2500 может перетонуть. Вон рыба на стене. Ну я там не одетый был еще. Рыба на стене, быстренько. Не прыгайте на нее, только не топчите. Даксон, ну ладно, Даксон в своем доме живет с девушкой, у него много дел, так что уважайте парня, который живет в своем столик, пожалуйста. Джейлису столик дайте, пожалуйста. Маги, 3 мага первой пати, столик или минус 100 ИПС. Раз, два, три, столик. Угу. У меня уже достаточно таких предметов. Берите их в плюшки быстрее. За линию зашли. Уничтожатор там. Бары кричите, кто-то на АП. Кто-то на АП кричит. По бафам, короче, паладин. Энни какаски, ну сама понимаешь. Кремони, кулаки, кресты. Все, там во время боя разбафается, начинаем. Танки вперед. Так, все с гильдии, пугов нет. Сейчас объясню, как ролится лут. Если вы фурик, да? Вы ролите латы, там, СРП, там, ну и так далее. Вы ткань, кожу не трогаете. Понятно? Дайте геру, пожалуйста. Да, дайте геру. Не персональные шмотки, типа пояс, там, что-то еще, там, дамские наручи, ролят все на продажу. Все понятно? Все. Этот рейд должен быть быстрее 2 часов. Истеричка. Почему? Ну ты когда пытку кастуешь, туда-сюда дергаешься вот так. Бывает, да. Под жопу сама. Ставь лук. Шаг влево, шаг вправо. На группе идешь. Пошли. В потолок не смотрим, не стоим возле босса, идем вперед. Правая пачка агрится, левая не трогается, совы звездопад не дает. Два моба показываю, которые очень опасные. Их не срываем. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Ни один варг не дал крит на хп за весь бой. Зато кулаки просит. Не давайте ему кулак. Гидерон, Морден, Варзин. Крик на силу атаки, пожалуйста. Боевой крик называется. Вытащите на панель. И давайте. Не врывайтесь в кучу мобов. Осторожно, там крик. Там АОЕ. Для нашего господина нет ничего невозможного. Сила не знает границ, ничто
не может сломить тот, его кто волю. Откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Пока баб 10 секунд действует. Справа Эника, слева БДК, слева Милики, справа РДД, бьют трэш. Пока трэш живой, босса не бьете. Чек на пул. Жрец ПД фулмана принимает готовность. Кремони принимает. Начинаем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Трэш развернули. Милики, притяните. Звезду в плане отражения. Милики, идите побейте кто-то в звезду. Ты не в силах противиться моей воле! Не убейте своего, Далфир. Ничего не стопаем, идем. Здорово, бандиты! Здорово. Славик, ты что ли тут? Да. Ты зачем Алину научил рейды гонять? Я? Да. Как ты узнал? Ну потому что мы сейчас на Личе 10 гер вайпаемся уже, раз 10 раз упали. Твоя школа. Это, кстати, первый раз, когда ученик превзошел своего учителя. Славик, понял? Ну да. Ты есть. Вообще не выживаюсь. Ты не в силах противиться моей воле! Я уже пожалел, что пошел сюда. Вы что там где? На пятку норму? Ваша смерть неизбежна. Чё так быстро? Ну ты же покинул этот прекрасный рейд, поэтому быстро, ты вообще его тормозил, понял, нет? Так я же сказал, что я уёбок, поэтому ливну. О, бульдог, ты тоже красава. Ты видел этот, короче, опять поэтолист там? Да, она наорала на меня, чуть не кикнула. А ты чё, стебался? Ну так, чё. Ты ж прицелок, ты чё, над Алинкой стебёшься, что ли? Нет. Нет? А чё ты в рейд пошёл, просто помочь? Да, я пошёл помочь, я думал, с первого трая сейчас убьём и всё, как обычно это делаем. Ну, бывает. И я пошёл дальше по своим делам. Твой, это твоей жене сколько лет, кстати? Благодарю духа, что они послали нам вас. Усмиритель небес. Только у него в августе день рождения. Нет, я чуть это не сказал, шутку одну. Не могу сказать. Слушай, ты просто сказал столько же, сколько и мне, блядь. У меня что, так же Войт написано, или как я там зовут? Нет, почему? Она не играет. Ну ладно. Она умнее тебя, да? Ну конечно. Ну это правильно. Девушка должна быть умнее, ну я так считаю. Вот, молодец.
Мужик должен быть просто, ну, тупой быдлан, короче. Конечно. Главное, чтобы член стоял. У тебя было такое, Славик, типа едешь в маршрутке, в спортивках и, короче, что-то не стало? Да было, было, не говори. Это вообще так неудобно, блядь. Особенно, когда тебе выходить надо, а он не... Знаешь, как было, короче? Едем на пляж, короче. Ну, я ехал к друзьям на пляж. Ну, это интересно, Слава, правда интересно. Ну, так в маршрутке, короче. Ну дальше-то чё? Ну чё дальше-то? Все места заняты, и, короче, вот задние места, получается, ну, одно место свободное, и, ну, я сел, и все места как бы заняты. То есть нет больше мест, заходят две девушки, короче, понял? И, короче, так получилось, что пришлось девушке мне на коленку сесть, на одну, ну, там, такие, маленькие. Ну и, короче, ну, произошло. Коленки? Девочки маленькие или коленки у тебя маленькие, Славик? Чё-то не понял. Девочки маленькие. Ну, такие, миниатюрные, понял, я имел в виду. А, ну, понял, понял. Азиатки? Ну, нет, почему? Извини. Алло, ты будете? Ну и чё дальше? Ну что, куканчик у меня привстал. Так она почувствовала это, нет? Ну конечно. И чё она? Да это для неё комплимент на самом деле, чё такое. Это вообще было, знаешь, это было 2016, нет, 15 год. Это, Славик, нет. Не ты снимался в рекламе, где типа этот мужик в самолете летит, и девушка в туалет выходит, такая типа к нему на коленке упала, и типа вука-вука или чё там? Ты? Нету проблем. Это сейчас вот прицел говорит, вот про эту рекламу рассказывал. Да-да-да. Ну, тот вот ты, тот парень, который, ну, в группе Dark Stars, типа, выкладывал мувик с рука, типа, как надо мувики снимать, что ты? Ну, может быть, да, я. Ай, блять, я так разъебнулся с того, но знаешь, типа, ты хотел, ну, показать, как надо. А потом комменты читаю, так разъебывался. Это типа троллинг, я просто нихуя не снимал, я просто записывал на этот, на бандикам. А Войд после каждого рейда обрабатывает свой мувик, да? Да типа, лол, я ничего не обрабатываю. Вот эти замедления по 1.5 секунды, блядь. Да не, так это же... Таких мувиков не осталось. Да, это имел в виду, ты раньше там запаривался вообще. Да я не запаривался, ты знаешь, как легко делать? Да знаю, на самом деле, когда много работаешь в этой программе. Слышишь, бульдог, тут у нас лок опять умер, короче, у ДК сорвал. Да, надо быстрее тавырка идти. Пока у него жопа горит. Вы что, в двух рейдах, что ли? А, ну вы не у меня. Пока-пока, мальчики, пока. Да, спасибо за общение. Ты еще из тела встал, слышишь? Че, они зашли в ловушку или нет, слышишь? Да че? Не знаю, я крикнул, короче, там вроде кто-то дернулся. Че по мане, по приколу забежать в ловушку, которую трону откидывает? Да-да-да. Бля, она потанче, что ли, ей? Угорать, она не хочет, я предлагал уже кем-нибудь дать или что убить, понял? Она не хочет. Да не, я постебаться маленько хотел. Меня истебаться, вижу, у нее с пельменя подгорело. Я тебе рассказывал, нет, про спорт? Ну, в этом РК не буду рассказывать. Да ладно, все свои тут чё. А Слава тоже свой? Нет, ты чё, я чужой. Нахуй ты 26 лет постоянно пишешь, ты это каждый год будешь писать? Тихо-тихо, этот, типа, в смысле все свои, вы тоже педики? Понял. Чё, вы вайпнулись или нет там? Да. Нет, они что-то пытаются. Блять, совы нет у него, котом она идёт беспонтовым, не дамажит. Пять стаков на лече, ёба назад. Так, ребята, у нас тут сурок, что, ну, через минуту там, потом помолчите, да? Ко мне, отец. Иди на мою сторону,
Так, тут на сурке, ребята, самое важное, чтобы убить его успешно, нужно убить трэш сначала. Как он появится, его надо бить. Вот. И как только он умирает, тогда можно переключаться в босса. Если вы не будете этого делать, если мы упадем, не дай бог, здесь прилетит сотня ГП. Тем, кто не слушал меня. Значит, после сурка идем сразу на чумку. Фастом. Аорочим, это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре. Обновите, пожалуйста, касочку ДК. Я пообещал его матери, когда она умирала. Я не понимаю, что это нормально. Темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Может, утешение вместо Талика один? И чист. Сегодня я исполню это обещание. Вайпер сидит. А вы где, говоришь, Вайпер? Я на Люче 10 гер. О, Ваня, Варенька, здорово. Это, Славик, вот тебе вопрос, короче, смотри. Привет. Вот вопрос вообще ко всем адекватным людям в рейде. В десятке, на Личе. Она говорит, вставать за плащ. Я вижу, что паладин выносит лужу. Дайте герм. В сторону. Вторую лужу в сторону, да? Герм, шаман. Я стою чуть... Ну ладно, бейте, потом раздую. Да, сейчас убьем. Внимание, 5 секунд трэш. Это заклинание. Все трэш. Очнитесь, слуги мои. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ваня, это у тебя прикол такой, что ли? Я не пойму. Чё? Ты сначала кикаешь, потом набираешь заново. Сам себя дрочишь, что ли? Так не, они там игры, которые не играли. Нафиг не надо. Почти 100 человек, блядь. Так почти все и не играли. Ну, может, там человек 99 не играли. А Void? Так Void-то я не кикал. Так он не играет вроде. Заходит иногда. Да, заходит нормально. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Зачем вы спалили, что я говорю? Тебя жена тоже Войдом называет? Нет, протобаром просто называет. Назови сына своего Void Hill, нормально будет, чё? Оригинальное имя сразу же. Сурка добивай. Да. Не, Войд. Давай прицел, что там за вопрос? А Войд Даун, блин, персонаж, кстати, слышишь, подскажите. Что? Войд Даун, кто создал персонажа? А там были ветуши всякие. Да, короче, смотри. Ну это не Славы, да, пристав? О, этот, короче, персонаж. Нет, не Славы. Она мне втирает, короче, да, типа Валька схватила, что я полетел не в ту сторону. А я сдвинулся, чтобы меня Валька, если вдруг схватит, не понесла в лужу. Потому что паладин начал выносить, и с ним еще три тела побежало. И она говорит мне, знаешь что? Десятки, где одна Валька. У тебя Валька не в ту сторону полетела. Это с учетом того, что, блядь, лог портал не ставит на краю. Блядь, вот как ей объяснить, что в десятке без разницы, куда летит Валька? Главное, что не в лужу. Правильно же говорю? Да. Просто забей на нее, посочувствуй, подумай мысли на боже, ну и дура, и забей. Не, понимаешь, я пытаюсь объяснить, и там какие-то еще шакалы поддакивают, что да-да. Вот как им объяснить? Три валькиры, да, понимаю, там все они должны лететь в одну сторону хотя бы, да? Тут одна валькира, тут без разницы, главное, что... Ну, на самом деле. Ну, объясни вот им, я не знаю, Сэрсея, вот, я не знаю, Войд, ты, походу, не до конца ее научил. Играть в World of Warcraft. Ты чего ты взял, что я учил? Ты прикалываешься? Она так же хуёво рейлит, Славик.
Ты, так это Алина там орела? Да, она еще до сих пор орели. Тут уже 26 из 50 попыток. Странно, она шутит не тупая. Это что, в десятке? Так, слышь, оставь КД нам, да и все. Убьем, потом сходим. Она, знаешь, кстати, когда начинает базарить, у меня вот угорает. Я же вижу все, как она делает неправильно. Я не всегда это не говорю. У нас упал ДК. У нас упал ДК танк. Паладин уже забрал. Она через 10 секунд. А, ДК, знаешь, вот это паника. А, ДК танк упал, паладин забирай. Паладин уже 10 секунд танчит, ебаный урод. ДК резнули. Я шаман упал. Этот, ДК резнули, короче. ДК резнули. Мы его сразу забафли. Два паладина, приз. А она, два друида, у другого нету регов. Друид ему баф не дал. И вот знаешь, он начинает бомбить. И я говорю, типа, ты это не сделала, ты это не сделала, типа, ты такая, ебать. Прежде чем пиздеть, нужно за собой следить. Я пизжу, потому что я всегда вижу, что я как не так сделал. Вот такие вот дела. Войт, слышишь? Я покурю тебя. Хорошо. Ох, прицел, ох, сплетник. Вообще не говорит. С бабками поди, общался с утра у подъезда, блядь. Пришел рассказывать. На чумку идем. Да подождите. Пижоны, всякие. Все совы залейтесь везде инер. Пошли. Огрите трэш. Четыре хила пойдем. Как в этом? Пятый элемент посмотрел. АУЕ дали. Выгорит. Ну, Брюс Виллис приходит в квартиру мусора. Какой старый или новый пятый элемент? Старый, конечно. И там Брюс Виллис, ну руки на красный, на желтый круг, какая. Ну и короче, мусора говорит, вы являетесь человеком? И в каком-то переводе он говорит, нет, я котлета на палочке. Говорит, блин. А другой чувак в соседней хате брился, короче. Ну и тоже спрашивает, вы являетесь человеком? Говорит, ну пошел ты, ему подходит, показывает факт, короче, его загребают в мешок в черный, тупо без вопросов. И увозили. Шестой элемент лучше. Шестой я не смотрел, а что там? Комедия. Комедия? Типа пародия на пятый? Почти там, а Лесли Нильсон. Ну, я не смотрел. Знаю, самое четкое это пятый элемент 16-го года с Джонни Деппом. А это что, такой фильм что-то есть? Да, в 16-м году вышел новый пятый элемент. Так он типа, как понять, он типа... Ремейк. Да, ремейк. Блин, надо... Можешь погуглить. Не знал, что такое бывает. Все
все назад зашли в звезду, ушли отсюда, ушли оттуда, милики все, паником сейчас начну называть. Куварзин назад, уйди назад, Куварзин, слышишь? Все, идем сюда, эту дуру, бьем эту дуру, этого дурака. Читуем фото, сейчас будет без этого, ну, близко, воп. Направо-налево никто не идет. А, псину ждем. Вот эту вот. С ленточкой, которая. После псины направо-лево пойдем и убьем две ловушки сразу. Видите, вот блока и вот эта ловушка. Дураков мелких убейте, потом псину убейте. Направо-налево пробежались. Одно тело, не по три тела бегут. Ауе, дали стан. А если у тебя ленточка есть, тебе можно сходить, я на боссинг? Если у тебя есть ленточка, ты ролишь ленточку, то я тебя пойду, честно, я понял, нет? Да, окей. Нельзя делать. Ну я просто по-другому отдам дальше. Блять, как вам не понять, кубики для того, чтобы ролить тому человеку, кому нужна шмотка. Я не знаю, вы понимаете это, нет? Зашли за линию, не сагрите босса пока. Беги, Жрис, вот это здесь. А кто еще тебе говорит это? Ты здесь, Жрис, куда? Рыба 10 секунд начнет. Буду в хиле, там два этих босса и проха. Там квест делать. Так, надо боль выкинуть отсюда пока. Иди в эту пати тусуйся. Все, я поел, чек на пол. Боль. Начинаем. Верно. Без мешки играем. Так назначь на кнопочку возьми. Да я на ноутбуке. У Джерри научился, что ли? Нет. Так, мне кажется, срыв был какой-то, да? Да. Тала, ты сорвала босса, да? Сорвала или сорвала? Тала, ты мужик? Я мужик, да. Печалька. Так сказал, как будто гостит за этим. Я просто не хотел, чтобы... Хотел, чтобы дальше думали, что это пошло. Ну хоть я никого не девочку. Джей. Может, она не девочка. Не, не допустим. Тут еще была такая шаманка, любимая сучка. Это топовая не. Вообще. Она
самая любимая штучка. Подскажены? Снита такую-то отбегите, ага, чёрта злая же бегу. Отличные новости, народ! Снизь снова потекла! Так, по команде разбегаемся. Побежали с центра, вышли все. Жрис ПД, ну как ты умираешь? Вкусно, ты пиво пьем. Сейчас за тебя все равно делать. Варенька, Ванечка, Ваня, ты здесь? Да, я тут. Там, короче, предлагают Лича добить. Охуенное такое КД, 10 ер. Не ведись, Ваня, не ведись. В смысле не ведись, мы заново пересоберем, да и все. А кто-то надо. В смысле, кто надо? Я предлагаю так. Помнишь твою фразу «ты собери, а я по РЛ»? О, не, что-то впадло. Что-то поплохело, да, сразу? Да. Что такое? Я думал, там если Алина позовет, там, типа, помочь, я пошел. Давай, я прицел тебя зовет помочь. Да, слышь, Ваня, давай ты соберешь там, поэрэлишься, нормально будет. Ты же отец у нас, Вовки, там, все дела. Не. Все помидорки твои там. Еще не знаю, что добавить. Бегим. Лок ставь. Смотри, опа, у нас уже двое сейчас будет. Слышишь, Ваня? Я такой, смотри, так вот так вот делаю, и все охуенно становится. Вот так вот. Вот так вот. Читер передал. Нет, если тебе, блядь, мем передать, ты всех покикаешь и сам один будешь играть. Вань, слышишь, ты собери рейд, скажи там, сумонтись и уйди АФК, нахуй. Ебать, вот это шутка была. Это вообще, блядь, шутки за 150 от Войда. Чё ты от меня не ожидал, да? Фулбаф, да? 10 тел упало. Так, ну хилы с маной, все в порядке. Не знаю, там гимн, если что, зачитаю. Начинаем. Дайте инту. Дайте интеллект, начинаем. Прицел, слышь, послушай, нормально записал или нет? Валера, начинает. Я тупо, пожалуй, маги. Наверное, потому что тупая, поэтому не умная. Это кто? Сердце. Да, я не узнал. Возмужала. Нет, ты не знал, что ли, у нее член между ног? Я не знал. Я вчера пощупал, сам охуел. Ты чем? Языком пощупал? О, квадрат, все правильно. Нет, там, двумя пальцами. Все думали, что это клитор, оказался член. Но. Там вообще троллили ее сейчас по-божески, про пельмени всякие, да? Ой, такие молодцы, прям. Она не онлайн, кстати, сейчас, а? Че ты мне батя дал? Алинка норм. Че вы на меня гоните? Кто гонит? Мы не гоним на нее. Потом придется иметь дело со мной. Дай мне помощника, давай соберем, попробуем, слышишь, прицел. Ты кем пойдешь? Баром пойду. Да не, что, ну нахуй, я не хочу сидеть по статье доведения до самоубийства. В смысле, да там все нормально будет, я на БДК зайду. У меня там своя схема уже. Газ на мне, хейте уничтожатора. Какой газ еще, блять, вот там курился. Вот Ваня, вот сучонок уже вышел.
Эника, забирай. Че, Ваня ливнул? Может, пойдем там убогий, его лед лич собирает. Вроде уже правда добрали. Бля, что-то не работает этот. Отдаление экрана, макрос. Что за хуйня? Так, чешка, иди. Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Макгрегор в танк. Ты танчишь босса. Энника, нормально куклу пьешь? Красава вообще. Топ протопал. Блин, я без бафа был. Бегите, речи, что вы там так, ну, ноги что ли спотыкаются, нога об ногу? Да, пьет уничтожатор. Сейчас очень сложный бой будет, мы можем не справиться. Так, ивент, запустится, нет? Так, Уварзин, ты здесь, брат? Если будут писать, там, сейчас вам 30 секунд вылетит. Если будут писать, скажете, я могу не увидеть. Бафы пока проверяем. Сейчас сразу начнем, как зайдем. Значит, нужно будет сбегаться к столу или к левой стеночке, потому что зеленый не будет замедляться. Там какое-то время Валера скажет, когда будет замедлять. Ну, может, он вылетел. Он там стоит, типа. Я стер уже дамаг там. Но он должен быть первым, потому что он бисовый. Ну или предбисовый. Сейчас запустится ивент, ну-ка. Сейчас. Меня взяли, да, кого-то уже? Да, я говорю, там 5 минут срочно, во время трая написал, прям очень срочно. Не... Говори в РК, вот, а, ладно, хорошо. Да я в РК, мне не было. Да. Да. Гельчат. Не, Эника, я... Грым... Поставьте шкаф здесь, фиску Варзина суманем. Не, не как будь протопало. Макгрегор в танке? Сейчас спеху. Сумоньте Куварзина. Так, суманули? Тебя суманули? Тогда тыкайте на сумо.
Пришел, Сумон? Да, Сумоныч. Все, я тут. Чек на пул принимаем. Звездочка, подходи к столу. Макгрегор готов. Подошел к профу. Леон здесь. Леон. Начинайте, пей куклу. Начинаем, бьем. Пул ДД. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Так, сейчас смотрите, внимание на печеньку. Все отбегают к печеньке или к столу. Побежали, с центра ушли. Хант, отпрыгни. ШП, отпрыгни. Все, все слизня бьем, сбегаемся в него. Сделай вмешательство с кого-то, сейчас взорвёт. Добили. Все, Валера, пей лужи, три лужи, быстрее пей. Замедляйся с ней все. Зеленый все бьем. Валера, ты лагаешь, что ли? Валера, ты говорить не будешь? Так, милики в красного, КВ побежал. Быстрее. Ну, блядь, ну ты дурак. Сука. Красный убили. Вот проф убил. Че, зеленый будет? Надо будет сбегаться. Да, Валера, что-то у тебя такое не полагаешь, или что, не знаю. Надо вставать. Все к столу ушли. Зеленого милика. Жаль. Не менее осторожно. Красный станет. Замедли красного сейчас быстрее, если успеть. Сейчас смотрите, не успел. Не успел, да? Сейчас красный будет быстро бежать. Эйника или, ну, кто боб не давал, приготовьте боб. Милики побежали красного бить. Побежали, кроме Кувардзина. Весь рейд красного. Так, добили. Давайте Геру. Пропадем. Эйника забирай. Эй, Гера, шаман.
Жрец, подойдай Геру, брат. Ни тебя нету с нами. Почему ты АФКшишь? Ну, или что ты делает? Дай Геру. Бухуна. Я сейчас смотрю, ты далеко стоишь. Уничтожата, ты же в шмоте, если что, заберешь там. Я пока не могу прочитать это заклинание. Добиваемся. Интересно. Уничтожата. Да, вон 2 минуты успевай. На тебе щиток. На кровь идем. Макгрегор в танке пока будь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, ребят, я косяк. У меня ленточка есть, короче. Не знаю, рел или кинь ролл, чтобы этот на ленточку кому отдать. А вот бери и кидай. Линкуй в рейд и пусть ролят кому надо. Это линка, не свой IP ищу. Да, я IP быстренько мне написал, потом сейчас поеду за тобой. Там кто-то 99. Да ну типа, да у тебя по-любому есть. Или нет? Там боль, А, ну хорошо. Смотрите, вот. Трейд мне кинешь. Это Макгрегор, собирайтесь сюда быстрее, тяните сюда быстрее. Хилы там. Одного хила вижу себя. Нет, я не так. Смотрите, тут надо очень важная тактика. Надо бить Росло. Надо его первым бить, и его надо точечно бить. А вот только после него, как он упадет, можно ауешить. Все понятно. Ну так давайте, начинайте тогда. Танки. Джонсонс Бэйби, просто сказка. Если говорите, я пью. Да, можно. Иди, Гатфертю. Так, ну смотрите, дудутипка, ну, я думаю, твой один контроль здесь зарешает, да и танки у нас бисы. Я на минутку отойду, не дай бог вы упадете, ну, буду карать, короче, танков и престов, которые не контролят, и паладинов тоже. Смотрите, ну, правую пачку, потом вторую, бейте Рослова, вот, а потом вы знаете тактику. Ваня, Ваня, Варенька тут? Стой, стой, подожди, подожди, сейчас эти уйдут. Варенька в игре, нет? Называется хилом сорвал агро.
Слушайте, пока Войда нет, мы можем все типа ливнуть с рейда. Давай нет.